From Sweden, please welcome Yoshi Helgesen. Две сестры Хельгесен выступают на этом турнире. И одной места в показательных не нашлось. Это Виктория Хельгесен, старшая. Да, старшая в этот раз проиграла младшей. Просто Йоши Хельгесен заняла третье место в короткой программе, а Виктория Хельгесен заняла третье место в произвольной программе. Да, да, да. Жалко, что сестрам Хельгесен нельзя вместе выступить в этих показательных. Ну что ж, будем ждать следующей встречи. А это было бы тоже трогательно. Младшенькая обошла старшенькую. Ну надо же, а? Какой сюжет?